Доброй раніцы. Вас вітає служба інформації телерадіокампанії «Гомель». У студії працює Наталія Ігнатенко. Глядзіце у гэтым выпуску. 50 школьнікаў Гомельскай вобласці атрымалі прэміі аблвыканкама. У абласным цэнтры зацверджаны комплекс мерапрыемстваў у галіне аховы здароўя. Працягваем знаёміць вас з самымі відовішнымі навагоднімі прэм'ерамі. У Гомельскім дзяржаўным цырку стартавала праграма пад назвай «Чароўны куфэрак Деда Мороза». А зараз аб гэтым іншым больш падрабязна. Сёння ў Вецы ўрачыста адкрыецца дзіцячы дом сямейнага тыпу. Гаспадарамі новага двухпавярховага катэджа стануць Наталія і Мікалай Агафонавы, якія выхоўваюць пяцярых дзяцей. Падрабязнасці глядзіце ў нашых наступных выпусках. 50 школьнікаў Гомельскай вобласці атрымалі прэміі абласнога выканаўчага камітэта. Сярод лаўрэатаў – пераможцы міжнародных, рэспубліканскіх і прадметных алімпіяд, конкурсаў і канферэнцый. З таленавітай моладзю сустрэліся нашы карэспандэнты. Ёсць толькі два спосабы пражыць сваё жыццё. Першы – так, нібы ніякіх цудаў не бывае. Другі – нібы ўсё на свеце з'яўляецца цудам. Гэтае слова Альберта Эйнштейна для сёлетніх лаўрэатаў прэміі Гомельскага аблвыканкама напэўна маглі б стаць жыццёвым крэмам. Самы юны сярод узнагароджаных – 8-гадовы Віталь Ермакоў з 51-й Гомельскай гімназіі. Нягледзячы на ўзрост, ён ўжо ўладальнік дыплома другой ступені Рэспубліканскай алімпіяды па робататэхніцы. На пытанне журналістаў, колькі дзеючых робатаў ён ўжо зрабіў, з гонарам адказвае – больш як 30. Абеспячэнне праграмнае на камп'ютары или ноутбукі – если мощный телефон, можно и на телефоне установить программное обеспечение, которое кабелем подключается. Но есть два типа этого конструктора. Home-версия и Education. Education-версия, она большая, с большой коробкой, но моя пока Home-версия. Гэта навучальны год на Гомельшчыне абвешчаны годам дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі. Лаўрэаты прэміі аблвыканкама для адоранай моладзі сваімі дасягненнямі пацвярджаюць. Без яе сапраўды цяжка дасягнуць значных вышынь. Залатыя і сярэбраныя медалі з алімпіяду Расіі, Кітая, Румыніі – гэта вынік напружанай працы. Пры тым, што сфера інтарэсаў сёлетніх пераможцаў не абмяжоўваецца адной і нават некалькімі тэмамі. Я вывучаю і гісторыю свайго краю, сваёй малой радзімы і цалкам Беларусі, увогуле Беларусі. Но маё апошняе даследаванне – гэта гісторыя знішчанага касцёла ў пачатку 20-га стагоддзя ў вёсцы Харумцы на Акцябршчыне. Уручэнне прэміі Гомельскага аблвыканкама навучэнцам, якія дасягнулі значных вынікаў у інтэлектуальнай і грамадскай дзейнасці, праводзіцца ўжо 18 гадоў. За гэты час узнагароду атрымалі 870 таленавітых маладых людзей з усіх раёнаў вобласці. Алексей Цюроў, Сергей Нігеревіч, Ігар Марышчанка, тэлерадыёкампанія «Гомель». У Гомелі зацверджаны рэгіянальны комплекс мерапрыемстваў па рэалізацыі дзяржаўнай праграмы «Здароўе народа і дэмаграфічная бяспека Рэспублікі Беларусь». Дакумент прадугледжвае шырокі план мерапрыемстваў – ад удасканальвання спецыялізаванай дапамогі нованароджаным да прыцягнення ў галіну маладых спецыялістаў. Сярод запланаванага таксама пераход да выдачы электронных рэцэптаў і перакваліфікацыя участковых тэрапеўтаў. Алексей Цюроў пацікавіўся плануемымі новаўвядзеннямі. Филиал номер 4 Гомельской городской центральной поликлиники обслуговывает около 50 тысяч человек. Правда, электронные рецепты покуль отремливают только около 0,5% от этой колькости. Головным чином так званая льготная категория – инвалиды первой и другой группы. Электронные рецепты – проект пилотный. Зараз он проходит апробацию у некоторых поликлиниках Гомеля. Технично тут ничего складанного. Урач выписывая леки, заносит даденные у компьютер, откуда они сканируются на специальную картку. Зараз, правда, одночасово будет выдаваться рецепт на папере, во всяким разе до того часу, покуль эксперимент не будет распространен на все медицинские установы. Что тычется работников поликлиник, то и они у нововведения бачат только плюсы. На карте все видно, все прозрачно и для коррекции лечения, и для того, получает ли пациент препараты, исполняет ли он назначение врача, тоже уже как бы доктор будет принимать меры для того, чтобы отслеживать лечение. Зацверджаны на сесіі Гомельскага гарадскога савета рэгіянальны комплекс мерапрыемства па рэалізацыі дзяржпраграмы «Здароўе і дэмаграфічная бяспека» – дакумент аб'ёмным. Тут і ўдасканальванне медыцынскай дапамогі нованароджаным, і набыццё санітарнага аўтатранспарту, і ўвядзенне дадатковых абмежавальных мер у барацьбе з тытунём, і правядзенне разнастайных акцый, у тым ліку сумесна з грамадскімі і рэлігійнымі арганізацыямі, асобным радком – павышэнне прафесійнага майстэрства медперсаналу. Бадай, самае значнае новаўвядзенне – наданне больш шырокіх функцый участковым тэрапеўтам па суд
доступности, они будут працевать как врачи агульной практики, что позволит оказывать населению больше великий спектр послуг. По словам самих медиков, ничего нереального у этих планах нема. У речи все терапевты по час учебы выучали и смежные специальности. До того же для их организуют додатковые специальные курсы. На сегодняшний день принята программа по этапной переподготовке данных врачей. Уже сейчас проходят обучение 11 специалистов на базе нашего медицинского университета, которые уже с 1 января смогут работать по данному принципу вот в качестве, как начальная стадия. Мы отбирали специально наиболее опытных, квалифицированных врачей-терапевтов для того, чтобы они получили дополнительные знания и начали вот внедрять их уже в наших учреждениях. Олег Сентеров, Игорь Марищенко, телерадиокомпания «Гомель». С початку года на Гомельщине рабочие места про службы занятости отримало больше, как 25 тысяч человек. На сегодняшний день у якости беспрацовных зарегистровано еще 6 тысяч суискальников. Але зараз, в отповедности с новой редакцией закона об занятости насельництва, умовы предоставления працовных мест изменились. Подробности у Марины Северьяновой. Основное нововведение – скорочение максимального термина знаходжения на улику у якости беспрацовного с 3 до 1,5 года. А кроме того, докладно вызначены обовязки беспрацовных. Так, зараз суискальник повинен з'являться у службы занятости не радей, чем раз в месяц. И не для того, как только отзначиться. На приеме у специалиста необходимо рассказать о выниках самостойного пошуку працы. Бо стать на улик и просто чакать уже незаконно. Коли потенциальное працовное место пропоновали на бирже, то на перемовы с наймальником треба з'являться на протягу 2 дней с моменту отповедного накирования. У отворотном выпадку громадянин перестанет лечиться беспрацовным и будет снят из отповедного улику. Безработный не просто стоит и выжидает чего-то, а он непосредственно должен заниматься, конечно, поиском работы и об этом официально информировать государственные органы, то есть службу занятости. Далее, значит, если ему предлагается соответствующая работа по критериям его уровня образования, уровня подготовки, конечно, он должен соглашаться и, естественно, трудоустраиваться. Что до областного центра, то зараз во управлении по праце, занятости и социальной обороне Гомельского агарвыканкама зарегистровано около 2000 беспрацовных. С початку года специалисты допомогли працеулатковаться прикладно 6000 человек. Сегодня очень большой поток вакансий, который заявлен именно нанимателями, это инженеры, инженеры-проектировщики, инженеры-программисты, это врачи различных специальностей, медицинские сестры, младший персонал, это санитарки. И также достаточно большое количество – это педагогические работники. А кроме того, стабильным попытом у наймальников користаются специалисты у галине швейной и будовничей вытворчести, а так само кулинары. Марина Северьянова, Игорь Марищенко, телерадиокомпания «Гомель». В Украине стартовала акция «Твои первые финансы». Ее мета – повышение финансовой письменности подрастающего поколения. Мероприемство охопит сотни школ по всей Беларуси. У Гомельской области акция открылась у гимназии номер 56. Все эти школьники в будущем – податкоплательщики, крыстальники кредитов и просто распорядчики своего особистого бюджета. Для их поспеховой будущей основой финансовой письменности важно закласти уже зараз. С этой метой до их у гости пришли представники Белагропромбанка, как вручить книги и провести отповедные уроки. В увлекательной форме с помощью сказочных героев дети узнают не только, что такое кредит, депозит или карточка, но и, надеемся, научатся приумножать и сберегать свои денежные средства. Это социальная ответственность нашего банка, поэтому думаю, что это будет полезно всем. Социальные акции уже 3 года. За этот час представники банка встретились с тысячами школьников. С каждым годом информационная буклеты допрацовывались, и на гэты раз детям уручили сборник казок, герои яких тлумачить складанные финансовые термины доступны для детей мовой. Гэта выданне самостоятельно распрацавали супрацовники банка. Только у Гомелі такие книги отрымаются навучэнцы больше як 60 школ. Дарэчы, урачыстае открытие акции менавіта у 56-й гимназии вы решили провести не выпадково. В нашем учреждении учатся замечательные дети. Дело в том, что финансы напрямую связаны, скажем так, с таким предметом учебным, как математика. Наши ребята с 5 класса изучают на повышенном уровне этот предмет. И он у них очень хорошо получается, потому что они становятся неоднократными победителями олимпиад, конкурсов, турниров, которые проходят и в городе, и в Гомельской области, и в республике. Мне кажется, что чем раньше человек начинает узнавать особенно о финансах, о деньгах, об экономике, тем больше он развивается. И в современном изменяющемся мире профессии, связанные с экономикой, с финансами, они очень важны. И поэтому очень важно пропагандировать это в рядах наших детей.
У гэты дзень карысныя падарункі атрымалі 72 гімназісты. Усяго ў Гомельскай вобласці плануюць уручыць каля 14 тысяч спецыяльных выданняў. Ганна Кавалёва, Максім Славін, тэлерадыёкампанія «Гомель». Працягваем знаёміць вас з самымі відовішнымі навагоднімі прэм'ерамі. У Гомельскім дзяржаўным цырку стартавала праграма пад назвай «Чароўны куфэрак Дзеда Мароза». На манежы паветраныя гімнасты, эквілібрысты, жанглёры і клоуны. Кампанію ім складаюць дрэсіраваныя перуанскія папугаі, японскія шпіцы, скакуны і адразу 12 суматранскіх тыграў. Наш корэспандэнт Вераніка Варашыліна адной з першых ацаніла яскравае цыркавое шоу. Новогодняя программа «Чароўны куфэрак Деда Мороза» – это незвычайная прыгожая казка для детей и дорослых. Захапляльные нумары под куполом цирка изменяются потешными выступлениями клоунов. У пошуках Деда Мороза и Снягурки на манеже ладятся жартовные пародийные репризы, «Труки за огнем» и «Гульни с ледачами». Мы не в первый раз в Гомеле, мы знаем прекрасно, какая у вас хорошая и добрая публика, и поэтому мы постоянно хотим чем-то вас удивлять. Поверьте, на этот раз удивляться многому. Это новогодняя сказка с персонажами, со своими изюминками, загадками. Поэтому мы сделали все, чтобы вот это время, которое зрители сидят в зрительном зале, он не скучал. И для нас самая лучшая награда – это смех, аплодисменты. На манеже цирка свою уникальную здольность демонстрируют поветренные гимнасты, галибристы, жонглеры. Компанию им складают дрессированные перуанские попугаи, японские шпицы и скакуны. Сярод наибольш экстремальных – нумар с арбалетами и эквилибр на канате. Хвалюючая частка цирковой программы – выступление одразу 12 суматранских тыгров. Под кіраўніцтвам народного артиста России Миколая Пауленки эти прыгожие велишные полосатые акробаты демонструют публице спрыт, силу и особливости своего характера. Программа, представленная у Гомельским цирку, покорила сердце глядачов амаль 20 краин свету. Сярод яе распрацовщиков и выканаўцаў народные заслуженные артисты России. У тым ліку ладальник вышэйшай узнагароды престижного сусветного фестивалю у Монте-Карло Миколай Пауленко. Визитная картка гэтага відовішнага шоу – захапляльные труки у живым выканані. То, чем славен цирк всегда, и цирк все-таки не поддельное искусство, можно петь под фонограмму. А танцевать и балеты цирка, они вне всякого подозрения, что можно сделать что-то фальшивое. Поэтому, когда подбиралась программа, то главное – это был трюк, чтобы люди работали. Новогодняя программа «Чароўны куфэрак Деда Мороза» у Гомельским державном цирку будет проходить до 30 снежня, а у новом годе протягнется с 2 по 15 студеня. Загадковое подорожье у свет циркового мастерства подороть выключено приемные уражения и добрый святочный настрой. Вероника Ворошилина, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Сегодня у Гомеля отбудется творчая встреча под назвой «Добрый вечер, Сергей Краснобород». Мероприемство начнется о 16-й године у Центральной городской библиотеке имя Герцена. Наш коллега, теле- и радиоведущий Сергей Краснобород, особо яркая и неординарная. У его творчем багаже незлеченная колькость передач, дипломы престижных конкурсов, авторской песни и несколько книг. Але при этом с литературной творчестью знакомые немногие. Доведаться про поэтичный свет Сергея Краснобарода сегодня смогут гости творчего вечера. Встреча друзей, скажем так. Предполагается, что Зоя Гарина попоет песни, будут картины с переводами стихов на китайский язык. Это буквально вот недавно была такая, ну, акция, скажем так. Несколько стихотворений перевели на китайский язык. Пишу я давно, никому не показываю, от всех скрываю, да. Ну, хотя некоторые знают это. Выглядели ранішні інформаційний выпуск телерадиокомпании «Гомель». У студии працавала Наталья Ігнатенко. Мы сочим за развитием подій у Гомелі в області. Заставайтеся с нами.